В фестивале видеопроекта «Медиасфера» конкурсанты поучаствовали в съемках сюжета для нашей программы. Давайте посмотрим, как это было. Как вы думаете, по профессии кто она? Танцор. Певица, артистка. А, точно, это же Оля Лето, не? Я думаю, что парикмахерша. А, мне держать самой или как? Это известный хореограф. Да. Я знаю, что Крутницкий телеведущий, но имени не помню, правда. А журналист? Это ведущий. Вот поврач. Сейчас где-то видели, да? Фотограф тоже, да? Нет, это телеведущий. Это ученый. Ученый? Нет. Это радиоведущий Дима Щекан. Это радиоведущий, если не ошибаюсь, имени не помню. Это Мужчинников. Это Щекан. Щекан, а я их путаю. Бизнесмен. Преуспевающий. Нет. Видно, что дела хорошо. Пиджак, галстук. Боксер. Это бокс. Это боксер просто. Спортсмен, боксер. Тоже ведущий. Это боксер. Бизнес-вумен, может. Телеведущая. Ведущая. Правильно. Вроде кандидат депутата, нет? Марина Борель, может быть. Ну, она, наверное, занимает какую-то должность. Не архитектор. Возможно, социолог. Писательница, может быть, нет. Смотри, большой такой. Строитель? Кто? Строитель? Строитель? Нет. Нет, это мастер по гиревому спорту. Нет, главное, что-то выиграл, раз показывает. Мастер по гиревому спорту. О, молодец. Да. Да.